Всем привет! Вы на канале ЛПС Вселенная. Да, сериал... В общем, ладно, куда-то я далеко зашла. Начнем с того, что сегодня я расскажу о последних новостях. Да, раз в месяц будут новости канала. В ноябре был ли, теперь в декабре. Там в начале ноября, ой, вернее, в конце, фу, простите, а тут в начале декабря. Ну, тут будет в разное время. Тут, может быть, даже в середине будут новости. Они будут неожиданно, только как у меня соберется много разных новостей, я буду снимать. В общем, скоро будет видео на LPS стоячек. Думаю, всем хочется посмотреть. Сколько у меня стоячек, фильм, и вообще какие они, фильм, Вселенная Спасибо еще не заканчивается, он будет идти, короткие такие фильмы, серии сами, короткие, если они будут короткими, каждая серия, то будет длинный сериал, ну, в том смысле, что много серий будет, если будет много времени занимать он, то, наверное, мало будет. Вот, например, я полоса неудач, всего две серии, потому что очень много времени каждая серия заняла. И тут получается, как у Елены Пэтшопс, получилось видео практически как... Одно видео получилось практически как две серии у Елен энд Пэтшопс. Может, даже 2,5. Ну, а может, если одно видео взять и кусочек другого. Ну, в общем, больше, чем у Елен энд Пэтшопс точно. В этом я не сомневаюсь. Потом у меня появились обновки, которые я создала сама. Я не пожалела пэтов, поменяла им тела местами и головы. Потому что мне очень хотелось эту кошку. Я сначала сделаю, вот, покажу, которая мне удалось совершить при этих изменениях, а потом, которую я хотела получить. Ну что же, начнем. Первая кошка — это вот эта. Она сделана из стоячки с красным магнитом, с зелеными глазами. Ой. Она тоже сама с красным магнитом, такая кошка. Это вообще из Тебби другого, у которого, кстати, голова сейчас на стоячке. Я, в принципе, и хотела ту стоячку получить. Вот такой вот. Котик интересный, но на самом деле, мне кажется, для него это подходит. Вполне сочетаются цвета, не сильно странно вообще. Ну, конечно, странновато, но я думаю, ну, не сильно. Не сильно странно. А то у меня получались, знаете ли, и более странные кошки. Так, ну что, продолжим. Она у меня, ну, не так хорошо шарнирит. Не знаю, как показать. Вот. Приступаем к той кошке, которую я хотела получить. Вот она. Это Тебби-стоячка, Мишель, как у Елены Пэтшопс. Правда, это не Мишель, это немного другое, но давно мечтала о ней и решила уже, в конце концов, делать ее самой. Она такая с голубыми глазами получилась. И она сделана из оригинальной стоячки с красным магнитом. И вот прям подобрала, вот, не пожалела. Вот. И голова, и тело оригинальные. Вот такая вот кошечка. Очень мне она нравится.
Очень прикольная получилась кошка, вообще классная. Она мне сильно нравится, очень ценю ее. И вообще она очень классная, по моему мнению, по крайней мере и точно. Получилась это Мишель с канала Елена Пичевс. А у меня будет ее, по крайней мере, Мишель звать. Не знаю, как вам, но мне кажется, ей подходит это имя, как и у той кошки Елены Пичевс. Как той кошке, которая у Елены Пичевс, так и это. Ну, не знаю, друзья, что вам еще такого рассказать. Вышло новое видео Keep Me Pack. Посмотрите его. Вселенная спасибо тоже очень интересная. Ну, это все. А сейчас... Я с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был канал ЛПС Вселенная. Пока.